Привет, мои хорошие! Сегодня с огромным энтузиазмом я отправилась в Фикс Прайс и с большим удовольствием там, в общем-то, ходила и закупалась. Вот, и поэтому показываю вам свой заказик. Прям классные вещички нашла. Не знаю, насколько это новинки. Я давно не была в Фикс Прайсе, но для меня новинки. Вот, чек у меня на 1663 рубля. Цены буду озвучивать прям по чеку. Держу его в руках. Вот, и сразу же на заглавном фото. И главное, наверное, моя покупочка. Это вот такой вот кашпо. Или я даже не знаю, как это сказать. Да, кашпо подвесное. Вот, то ли Прованс, оно называется. В чеке как-то пробито про. Сейчас я попытаюсь найти на упаковке. Да, Прованс оно называется. Прованс. Значит, товар рекомендован для ампельных растений. В комплекте джутовая веревка длиной 60 сантиметров для подвешивания кашпо. Внешняя упаковка может быть использована в качестве вкладыша в кашпо. То есть нужно в целом, ну, ее ровненько разрезать и туда проложить, чтобы вот если вода какая-то, да, не повреждала вот это вот дерево. Вот. И при рассыхании конструкции необходимо смазать клеем места крепления. Материалы натуральные, и поэтому впитывают влагу. В общем, цена такого вот кашпо. Материал фанера джут, а цена кашпо 199. Были белые и серые оттенки. Везде написано слово garden на каждом цвете. Вот, ну, в общем-то, я пока вот так вот применила. Но вот она, веревочка, можно завязать. И будет здорово. В общем, очень мне понравилось такое вот. Такая вот новиночка для моего балкончика, прям супер. Вот, также покажу вам еще горшочки, но они не в этот раз куплены, но я их не освещала. Это вот такой вот подвесной тоже ведерко, оно железное, металлическое, и я подвешиваю, у меня сделаны рейлинги, вот я подвешиваю такие горшки. Здорово смотрятся, они разных цветов у меня. Сейчас я их в продаже не видела, но, возможно, появятся. И вот такие горшочки, они есть в продаже. Они тоже разных-разных ярких цветов. У меня есть розовый, желтый, вот оранжевый. По 27 рублей они вроде бы идут. Тоже такие интересные варианты. Ну и, собственно, вот такие горшки я еще приобрела. Они простые. Они идут с поддончиком. Совершенно обычные горшочки. Есть зелененькие. Ой, зелененькие, вот я взяла беленький. А вот такие горшки, сейчас я вам скажу. Горшок для цветов, он 77 рублей стоит. Смотрите, тут у меня всякая мелочевка, тоже покажу вам. Всякие любимые там чупа-чупсы брать. Такие вот вещи, жвачки. В общем, дети набрали. Цену, наверное, не буду говорить, там, знаете, это мелочевочка. Вот, потом еще мы очень любим в Фикс Прайсе брать вот такие вот мыльные пузыри. Вот такая вот тут этикетка. Не знаю, они вот видите, так вот раскрываются, и получаются очень-очень крутые такие большие пузыри надуваются. Мы их очень любим. Ну, вот здесь вот новые упаковки, какие-то мальчишеские все. Вот это вот с машинкой. Девчачьих не было. Так. По порядку давайте буду прям доставать, не буду искать. Вот такие вот сквиши у меня тоже девчонки набрали. Это вот цена, видите, 99. Называется большая мелкая антистресс, и они идут с ароматом. Вот так вот. Еще один где-то есть. Достану, увижу, покажу. Вот, кстати говоря, он лежит. Это круассанчик. Сейчас из пакетика выну. Вот такие вот они, прям как будто настоящий хлеб. Интересный. Так, значит, дальше. Водичка у меня тут лежит, тоже любим всякие водички, соки там приобретать небольшие. Из хозяйственного я взяла вот такую вот бумажку влажную. И вот такие вот тоже салфетки, ни разу не брала их, они такие тяжелые, увесистые. Вот это прямо называется хозяйственные влажные салфетки. Я люблю убираться с салфеточками. Вот.
общем, первый раз беру, не знаю, как они себя поведут. Так, салфетки, давайте скажу вам, сколько они стоят. Так, 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 так. Не вижу жидкость. Да, влажные салфетки 99, а вот эти вот зелененькие 77. Также я всегда в Фикспрайсе приобретаю вот такие вот маленькие упаковочки, не молоко. Так, что-то не фокусируется. Это вот овсяное молоко. Здесь вот ванильный десерт. Это классическое. Маленькие гораздо удобнее в кофе. Я их себе наливаю. Вот, очень люблю. Там очень хорошая цена на них. Так, напиток не молоко, овсяный 27. Ну, вот этот 50, который ванильный десерт. Но он повкуснее, конечно. Так, вот здесь у меня лежат еще поддончики под горшки. Они идут, не забывайте, кстати, брать поддончики. Иногда я беру горшок, вот, а поддон забываю брать, хотя он в цену входит. Красивые очень скатерти там лежат. Это я взяла не себе, меня попросили. Вот, это изготовитель город Тверь. И они прям симпатичные, очень красивые расцветки. Цена всего 99 рублей. Много-много там вариантов. Геометрические есть. И такие, вы знаете, с фруктами есть классические, такие советские. В общем, хорошие скатерти очень. А много новинок для школы. Конечно же, мы тоже закупились. Вот такая вот новиночка. Это младшему ребенку. Она, конечно, еще не школьник, но захотела себе. Она очень любит мимимишек, как-то, мне кажется, мимимишная такая история. Вот, морковочка такая. Ну, давайте посмотрю, покажу вам, как, что себе представляет. Вот, ну, он вот такой вот, не плотный, не жесткий, форму не держит. Ну, так, силикон, как силиконовая форма, в общем-то, для выпечки. Вот так вот, я думаю, протереть можно, там все помыть, очень удобно. Мне кажется, классный вариант такой. Так, покажу вам теперь я вот такие карандашики. Тоже в новинках висели. Там их несколько вариантов. Вот эти вот треугольненькие. Мне очень нравятся они с точечками. Мягкость, твердость. Вот она, треугольная форма. Так, эти карандашики вроде бы 55 рублей. Сейчас я вам скажу. Так, 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 так. Вот пенал силиконовый 149. И... Не нахожу карандаши, не вижу так быстро. Сейчас посмотрим. Не вижу. Смотрите, какую маленькую нашла миниатюрку. Это средство для снятия лака. В общем-то, ничего в ней необычного нет. Кроме того, что ее очень удобно брать с собой в короткие поездки. Ну и вообще в поездки в целом, чтобы не тащить какой-то большой тюбик. Я периодически беру в Oriflame такие вот диски пропитанные. Но иногда и не успеваю взять, и не так часто заказываю Oriflame. Поэтому вот такая вот малышка очень мне пригодится. А, так. Потом, наверное, сейчас буду читать тогда в конце. Быстро не нахожу тоже, сколько стоит. А, жидкость для снятия лака 11 рублей. Очень мелкий у них чек. Смотрите, еще какую интересную новинку нашла. Не знаю, может быть, это было, но я не видела раньше. Это вот такие пакетики для заваривания чая в чайниках. Это прям очень-очень удобно. Вот у меня чайники без специального, вот, без специальной вставки, без железного такого ситечка. Бывает еще керамическое, да. Ну, в общем, у меня без них. И прям здорово. Я знаю, что в ресторанах часто в таких пакетиках заваривают. Это вот размер L. Размер L у меня там еще, ну, в Фикспрессе был еще в магазине размер S. Там совсем крошечные S-ки, по-моему, вообще как чайные обычные пакетики. Сейчас мы с вами один пакетик достанем, посмотрим. Ну, и этот тоже, кстати, невелик. Вот. В общем-то, видите. Не знаю, есть ли еще побольше. Я думала, что все-таки побольше, но я думаю, что нормально на чайник.
вот так вот затянуть и закрепить такой вот чайный пакетик. Так, давайте дальше посмотрим. Да, такие пакетики для заваривания 55 рублей. Так, дальше у меня идет целая школьная стопка. Тоже в новинках висели. 55 рублей. Это набор гибких линеек. Здесь вот такая линеечка, треугольник и транспортир. Вот тут вот можно видеть. Вот размеры линеек показываю. Там есть разные цвета, разные рисуночки. Все это под мальчиков, под девочек сделано. Дальше вот такая самоклеющаяся бумага цветная. 10 листов А4, 55 рублей. Все это лежало в новинках для школы. Так, цветная бумага. Здесь 48 листов, 24 цвета, мелованная бумажка. Мне очень нравится покупать фикс-прайс вот эти все вещи. Как-то они быстро очень у нас расходуются, а в фикс-прайсе они всегда есть. И все это удобно приобретать. Это цветной картон, 20 листов. Вот хорошие все цвета. И, конечно же, белый картон. Белый мелованный картон, 24 листа. Сейчас вам покажу, я скажу цены правильные. Так, значит, белый картон 50, цветная самоклеющаяся бумага 55, цветная бумага 50 и цветной картон 55. Видите, все в пределах 55 рублей. Так, набор линеек сказала 55. Набор карандашей 55. Так, вроде бы все остальное я вам рассказала по ценам. В общем-то, я очень довольна сегодняшним походом в фикс-прайс моим. Вот, надеюсь, буду вам полезна своим обзором. И вы что-нибудь для себя тоже присмотрите интересненькое. Буду благодарна за ваши комментарии, за ваши лайки. Конечно же, подписывайтесь на мой канал. Я постараюсь больше времени ему уделять. Сейчас все-таки чаще ходим в магазин, чаще делаем какие-то покупки. И есть возможность чаще освещать вам эти покупки. Вот. Желаю вам прекрасного дня и до встречи на новых видео.